только что у Жуау Зинью, да? А здесь вот прошло. Здесь здорово сыграл на фланге Шишуков. Хорошая передача на Павлюченко. И тот, как здорово оставляет мяч даже не пяткой, а подошвой Алексею Мирончуку. Тут входит в штрафную и над голкипером отправляет мяч в ворота. 1-0. Красиво забивает Локомотив. Быстрый гол. Фактор быстрого гола всегда имеет важное значение. Не всегда положительное, но тем не менее. 1-0. Локомотив выходит вперед усилиями